сейчас с вами поговорить о мошенниках. Знаете, кто такие мошенники? Да. А ну расскажите мне, что знаете о них. Мошенники, они все время хотят украсть детей. Они всегда прячутся, обманывают всегда. Как спасти деньги, которые у тебя есть с собой, чтобы их никто не украл? Спрятать. Но если есть у куртки внутренний карман, можно и туда положить. Они могут взломать его, заблокировать свой канал. Дяденька какой-то говорит, давай я тебя довезу к маме на работу, то и плохо. Он тебя посадил в машину, а сам увез, ну, не к маме на работу, а в другое место к себе. Да. Почему их нужно остерегаться, почему их люди боятся? Ну, то, что они могут украсть тебя. Они пытаются прорваться к вам в дом, ну, которые бывают, они говорят то, что как будто я друг вашей мамы, и дай мне, пожалуйста, ключи, чтобы войти туда. Ты одел портфель, а они сзади тебя идут, открывают, берут там телефон. Еще важное. Да. По взгляду можно определить еще как. По внешнему виду. Деньги крадут. Деньги крадут? А каким образом? У них какие-то есть свои махинации? Да. Ну-ка расскажи. Через интернет. Возьми давай в сообщники тогда Машу, давайте вдвоем придумаем, как будем красть деньги. Попросим номер карты. Надо, если тебя схватили, надо очень громко кричать, помогите, меня украл чужой человек, я его не знаю. Они могут сказать, что это твой друг. От его имени писать? Да. Просим номер карты и потом украдем деньги. Как вам просто такой номер карты тогда будет? Незнакомым-то детям. Скажем, что мы банкиры. Надо убегать в магазин и говорить охране. Или попросить у кассира телефон. Звонить, да. Чтобы они меня забрали. Если вот они будут идти за тобой в подъезд, у тебя должен быть в кармане телефон, ты должен это заметить и достать телефон, сказать, алло, мам, я около дома. Идет перед нами человек. Мы можем, например, по нему понять, что там что-то нечистое, что-то там он какие-то проводит все-таки непонятные операции? Можно, да? Если он одет в черное. Одет в черное? А почему в черное? А сам так скрытнее. Он, например, может тебя чем-нибудь угостить, но надо отказываться. Ну то что, вон как будто там твой ребенок тонет, и пойдем скорее туда. Но когда дома нет взрослых, они могут пробраться в дом. Вот она просто гуляла, и там к ней тетя подошла, сказала, а девочка, хочешь конфетку? Она и ответила, нет, не хочу, у меня дома свои конфеты есть. А там девочка шла со школы и заметила то, что там какой-то дяденька прям за ней идет. Она в магазин зашла, он за ней, а она его обхитрила. Она пошла на лестницу в дом, а там подъезд был открыт. Дяденька подумал то, что она на лифте, и поехала на лифте. Она с лестницы спустилась и побежала к папе на работу. Он был рядом, и она рассказала ему. Потом его поймали. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него.